Всем здравствуйте, всем добрый день. Сейчас я вам показываю красное золото. Грамм сегодня от 22500, да? 22500. Курс будет вот здесь, на валюту. Мы прицениваемся к цепочкам и браслетам. Потом будет отдельный ролик. Здесь уже идет золото желтое. А оно почем грамм сегодня? 23. 23, нормально, почти как красная. Мы с вами на барахолке Аватао. Второй этаж, золотой павильон. Нашла новую точку, здесь большой выбор. Хорошие крупные комплекты. И кому интересно посмотреть на комплект за 3 миллиона? 3 миллиона это окончательно, да? Нет, скидка будет. Будет еще скидочка. Это вложение будет, конечно, супер-пупер. Так, здесь уже. Где-то я дорик увидела. Какой комплект интересный вот этот. Это что за камень? Кольцо у него прям интересное. Вот да, да, да. Камень фианит. Фианит, да? Угу. Кольцо сейчас таких вот квадратных нет, да, прав почти? Под пакет сделан. Сколько стоит комплект? Где-то от 150 до 200, где-то так. Нормально. 180, может быть. Это получается кулон, серьги и кольцо, да? Нет, с кулоном 220 что ли вышло. Ну и то неплохо. Необычная форма у кольца. Так, идут конго. А конго почем выйдет вон те? Они только маленькие, да, у вас? 37 тысяч. 37 тысяч. И что-то мне в последнее время желтое золото стало нравиться. Раньше не нравилось. А вон то квадратное кольцо, это в национальном стиле, да? Вот это? Да, да, да. Да, под шанрал сделано. Угу. Ну, в квадратном виде сейчас. О, красиво. Сколько грамм в нем? Почти 4 грамма. 3,94. Угу. 94 грамма. Очень красивая. В квадратном виде шанрак. Необычно. Браслеты. Булавочки. А сколько весом булавочки? 98 где-то так. Соколовские. А, соколовские, да? Очень нежные. 25 тысяч. Нежно смотрится. Ого, какой перстень. Сколько он грамм? Да-да. Леви... Сюда. Большой такой. Да-да-да. А, 5,88. Прям да? На две фаланги. Можете на пальчик надеть? Прям вытянутая, очень. Очень сильно вытянутая. Это чье производство? Россия. Красная. Россия. Сколько будет? 5,88. 5,88 грамм, почти 6. 117-600. 117-600? Ну, для такого кольца что-то недорого. Но когда я говорю недорого, дорогие друзья, это не значит, что я миллионерша. Я просто знаю реалии и цены на сегодняшний день. 117 за такое огромное кольцо очень даже неплохо. Вот этот комплект стоит 3 миллиона, да? Это 750-я проба. Бриллианты. И натуральный изумруд. Изумруд. Я всегда думала, что он более зеленый, но он здесь какой-то мятный, да? Да. Ага. Ну, натуральные камни обычно не такие прям насыщенные, яркие. Это с цепочкой, да, будет? С цепочкой, с бананом. Банан это... А сколько грамм цепочки? А здесь 13... Только цепь, да? Да. А, 12,05 граммов. Вот если брать, то только банан, девочки, если вы трос не берете. Вот я взяла, прям не жалею. Она и по качеству, и цена чуть дороже. 3 миллиона комплект. А у вас есть визиточка? Бриллианты
Армения. Ага. Армянский бриллиант. Армянские бриллианты. Я как-то на Сомали в Шимкенте снимала. Армянские бриллианты. Вот название бутика. Вот контакты. Пишите только не поздно ночью по казахстанскому времени. Вы можете узнавать ассортимент, цены, уступку, наличие и так далее. Но опять же предупреждаю, что мы не отвечаем за ваши финансовые сделки. Приходите, покупайте. Либо если вы оплатили вперед, то уже на вашу ответственность. Ну, я, например, не слышала, чтобы, если только в интернет-магазинах, да, вот часто обманывают. Но здесь люди уже серьезно занимаются золотом. Я так поговорила с владелицей. Вроде солидная женщина. Ну, за финансовые сделки мы ответственность не несем.